В истории чемпионатов России Ротор никогда не проигрывал в Ростове. Вот и на сей раз он увез с Дона на Волгу полновесные 3 очка. Фундамент победы Ротора заложил Зубко. Его нестандартное решение явно застало врасплох близнюка. После перерыва Рассельмаш всей команды бросился отыгрываться, но в 40-градусную жару потерял концентрацию, нарвавшись на 2 контратаки. Мысин и Алдонин забивали, по сути, без помех со стороны защитников. 0-3. Ростовчане по-прежнему балансируют у опасной черты.